Здравствуйте, дорогие друзья! Смотрите, что у меня есть. Пам-п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 ам. Бершка Бьюти. В этом пакете, как вы могли подумать, находится красивая одежда из Бершки. Но если вы так подумали, то вы были неправы, потому что в этом пакете совсем не одежда. В этом пакете косметика из Бершки. Я, например, вообще не знала, что в Бершке есть косметика. И когда я покупала вот эту футболку, я подошла на кассу, логично, ну, чтобы оплатить. И я увидела, что там целый стенд с косметикой. Выглядела она, правда говоря, совершенно не круто и в доверие не внушала от слова вообще. Такое в том, что вся косметика выглядит достаточно. Билли Джин насрал в кувшин. Ау! Билли Джин насрал в кувшин. Ау! Билли Джин насрал. На самом деле мне нужно было купить по-хорошему тени, но пора пролить на это дело чистую водицу. Я их не купила. Но купила все остальное. Давайте посмотрим, что у меня в этом прекрасном пакете есть. Самое первое, что купила, это мист для тела с блестяшечками, с сияшечками. Подождите, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, и включай уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем? Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Мист этот выглядит вот таким вот образом, он розовый, и внутри находятся глиттеры. Только вот я не поняла, почему этих глиттеров сейчас не так много, как мне казалось, было на тестере в магазине. Пахнет приятно. Запах девочки из Бершки. Глиттеров на теле не оставляет, это минус, потому что я покупала эту штуку в первую очередь для того, чтобы она сделала меня блестяшечной. Поэтому просто если ради парфюма это покупать, это ок, но зачем тогда туда пихать вот эти вот блестящие штуки, еще и в тестер напихать их в два раза больше, вы понимаете? Я не понимаю, нет. Ох уж этот прекрасный химозный запах сахарной ваты и клубники. Вообще я не парфюмер, я ничего не понимаю, я просто решила поумничать. Перейдем непосредственно к косметике, давайте я сразу достану ее и покажу вам всю. Все нормально. Я думаю, вы уже обратили внимание на то, что косметика это выглядит несколько странновато. И если вы обратили на это внимание, то вы были совершенно правы, потому что упаковки, мягко говоря, не самые аккуратные. Это вообще что это как? Это прям как мой маникюр. Короче, я запуталась, что есть что, потому что все выглядит вот таким вот образом, и название здесь прочитать не то, что нереально, это просто невозможно. Поэтому предлагаю начать макияж, и там, походу, разбираться, потому что, ну, ребята, упаковки, конечно, здесь на миллиард минусов. Используйте эти упаковки как дизлайк. В том магазине, где была я, не было тона, поэтому я быстренько нанесу свой тон и вернусь. Я нанесла тон. И сейчас самое первое, что мне хочется, это воспользоваться бронзером. Давайте его откроем, посмотрим. Кстати, этот бронзер изначально стоил 400 рублей, но по скидке его можно купить за 300. Надеюсь, он по качеству лучше, чем эта упаковка замечательная. Вот сейчас я не шучу, такого у меня еще не было. Возможно, вы удивлены, потому что мое лицо достаточно с отсутствующим выражением лица. Класс. Но по факту, просто посмотрите сюда. Я только что это открыла, и вот что у нас произошло. То есть сразу с момента открытия у меня произошел косяк на упаковке, она просто, блин, сломалась. Вы же это видите? Я очень надеюсь, что вы это видите. Это как так вообще возможно? Между прочим, в Европе это стоит 8 евро. 8 евро в Европе это стоит. Какого хрена-то? Попробую сначала нанести на кисть, попробую нанести на руку. Пигментация уровень 0, но, возможно, на лице будет иначе. Я постараюсь использовать этот бронзер не как бронзер, а как средство для контурирования. Мне кажется, это единственное, на что тут вообще можно претендовать. Попробуем. Не так уж и плохо. Вы когда-нибудь пользовались детской косметикой? Если пользовались, то вот почему-то у этого бронзера отдушка такая же, как у детской косметики. Конечно, это очень стрёмная упаковка, это очень стрёмная форма, и я не очень понимаю, как это можно использовать как бронзер, если это не бронзер, а чистая палетка для контуринга, потому что бронзировать этим абсолютно нечего, тут нет никаких шиммеров, здесь нет ничего, это просто матовая, по сути, темная пудра. Но в целом со своей задачей она справилась неплохо. За 300 рублей это очень неплохо, это большой объем. Но если бы я купила это по полной стоимости, даже рублей за 400, я уж не молчу, если бы я купила это за 8 евро, я бы, конечно, не была бы очень рада, потому что не супер классно растушевывается, не супер пигментированная, ну и в целом воняет детской косметикой. Ничего личного, детская косметика. Вот так вот это выглядит, покупать или нет, решать, в общем-то, вам, но я бы не стала.
Кстати, ребят, недавно я обновила ВК до последней версии, и знаете, что я там нашла? Я нашла там раздел «Покупки». Оказывается, что теперь ВКонтакте можно делать покупки, представляете? Самое прикольное, там есть раздел «Покупки» с умной лентой. Умная лента — это тот случай, когда рекомендации подстраиваются под твои интересы. А еще там сразу видно отзывы и обзоры на вещи. Обзоры на вещи от реальных покупателей, от блогеров или от пабликов даже. Это, блин, очень круто. То есть получается, что прежде чем купить вещь, вы можете детально ознакомиться со всеми отзывами и вообще посмотреть эту вещь в разных ракурсах и посмотреть на нее обзоры. Блин, это очень круто и удобно. Это даже поможет не прогадать с размером и моделью. Кстати, по секрету вам сейчас скажу. Прямо сейчас на запуске вы получите скидочные купоны. А если вы воспользуетесь специальным промокодом, вот так вот, то вы получите еще более крутую скидку. Ссылку я вам оставлю в описании, обязательно чекните. Нет, я серьезно, я очень люблю Бершку, ну типа, правда, мне нравится одежда в Бершке, но от косметики я жду как минимум чего-то неплохого. Приступим к румянам. Цвет у них, конечно, достаточно экстремальный, это единственный цвет, который был в продаже, выглядит он странно. И эти румяна мне обошлись тоже в 300 рублей. Вообще у меня такое чувство, что в Европе косметику, которую они распродали, ее закинули в Россию и пытаются сбагрить тут. Так, все, конечно же, у нас липкое, но надеюсь, хотя бы в этот раз упаковка не сломается. Простите, а как это снимать? Класс, я сломала ноготь, отлично, спасибо большое, обожаю. Нет, серьезно, вот кто вот это вот сюда вот додумался налепить на самый стык? Просто посмотрите, на самом стыке! И как это вообще вскрывать? Вот сидишь и расческой ковыряешь, в глаз себе попадешь, кто будет ответственность нести? Ноготь сломался уже, вот посмотрите, видите, сломался. Нахрена? Класс. Это было непросто. Но вроде как даже неплохо перенесся такой полупрозрачный розовый. В принципе, возможно, эти румяны неплохие. И вроде детской косметикой не пахнут. Если ты секс-бомба, то я сапёр. Если это шоу-шоу. Ой-ой-ой. Ребята, румяна прекрасны, объективно. Цвет на лице совершенно иной, то есть, я думаю, видите, оно совершенно не похоже даже близко. Они классно растушевываются, легко наносятся, и мне прям нравится такой эффект, да, это освежающий. Честно, такие румяна, если захочешь, найти в магазине, не найдешь, а здесь, оказывается, Бабац и Бершка. Вот эти румяна я точно сохраню, они будут у меня, я буду ими пользоваться, я даже немного их на глаза нанесу. И да, возможно, вы где-то слышали, что так не надо делать, но по факту пофиг. Ой, румяна вообще шикарные. Как вам румяна? После дурацкого миста, после дурацкого, относительно дурацкого бронзера, который не бронзер, а скорее контуринг, румяна мне, правда, понравились. Мне понравился их цвет, и они клевые. Если что, вдруг, если вы придете в магазин и будете покупать, то эти румяна называются вот так вот. Оттенок номер 902 личи. Даже не знаю, что вот из этого прекрасного добра мне выбрать. Я вот не знаю, это прям вопрос. Но, наверное, начнем со средства для бровей. Вот так вот оно выглядит, если посмотреть его вблизи. Очень, конечно, конечно, все грустно, грустно. И это у нас средство стоило тоже 300 рублей. Ну, согласитесь, что вот в таком состоянии, без этих ужасных облепленных деталей, оно выглядит абсолютно норм. Давайте откроем. Ага, очень странная штука, честно, я такое, наверное, даже еще не использовала, но если использовала, то забыла. Предположим, сейчас я расчешу мою бровь. Вот. Предположим, возьму это средство, и что я должна сделать? А-а-а! Ух ты! Прикольная вещь. Это такая штука, если у вас свои брови редкие или слишком светлые, и, в общем, ваши брови больше похожи на что-то вот такое, чем на что-то такое, то вам эта вещь... Блин, у меня волос упал в глаз, это отстойно. То вам эта вещь, скорее всего, очень понравится. Она прям заполняет брови и дает им цвет моментально. Но если брови похожи больше на мои, то в итоге вы просто получите вот такую вот мохнатку. Ну а тут уж я не знаю, нужна вам эта мохнатка или вы обойдетесь без шмеля. Так что ничего плохого про это сказать не могу. В целом все норм. Внезапно. Удивительно. Не знаю. Ладно, косметика от Бершки стала восстанавливаться, и уже все не так плохо, как казалось ранее. У меня есть, короче, две разные глиттерные тени. Так же прекрасно звучит, как прекрасно звучит мой голос. Это был сарказм, я сама не поняла, что сказала, забей. Также у меня есть две разные подводки. По какой-то причине я взяла сиреневую подводку, или три разные подводки, я что-то не поняла. Так, это... Что это? Блин, это еще одна штука для бровей, только более темная, ё-моё. Это просто косяк, там было написано, что это тушь. Там, я вам отвечаю, там было написано, что это тушь. И оно лежало в разделе туши. И я, оказывается, просто купила еще одно средство для бровей. Ё-моё, ну ладно, я кому-то это отдам. Так, это ж надо было так облажаться. Такой отстой. А это что? Только не говорите мне, что я купила еще одну такую же хрень. Нет, у нее вроде другая упаковка. Открываю. Что это? Что это? Да, это что это такое? Почему это вообще нигде...
Подождите, чего? Но это не может быть лайнер, это вообще что? Почему здесь написано, что это? Где мой чек? Отлично, макияж для губ, макияж для глаз, макияж для губ, макияж для глаз. Что это такое? Что ты такое? Написано макияж для лица, сука, как я должна это понимать? Макияж для лица, ребят, вот объясните, пожалуйста, это макияж для лица, это что? По идее должна была быть подводка, а это что? Это должен быть лайнер. Что это за Г? Ладно, это хотя бы похоже на подводку. Ой, ля, да, с такой подводкой я чувствую, что такие стрелки тут забахаем. Просто посмотрите, я налегла капли, блин. Лайнер, зеленый лайнер, пусть будет зеленый лайнер. Попробуем нарисовать с этим лайнером стрелку. Чтобы понимали, это выглядит так. Вообще мне нравится зеленая подводка. Но это больше похоже не на подводку, а на издевательство. Вы знаете, это официально самая худшая подводка в этом мире. Это просто издевательство. Это издевательство. Это издевательство. Она наносится каким-то непонятным слоем, она очень быстро засыхает, и просто, надеюсь, увидите, гляньте, что происходит. Она ложится и засыхает комками. Я такого еще не видела. Еще она как-то умудрилась растечься. Я не знаю, что это такое. Кто это придумал? Честно, я не знаю, у меня нет слов. Это просто жесть. Если вы думаете, что я не умею рисовать стрелки, то, возможно, вы думаете правильно. Но вот пара примеров моих стрелок. Если вы вдруг не смотрели мои видео и не знаете меня, я, в принципе, могу нарисовать ровную линию, но не этим. Хочется переехать этой машиной. У вас есть пирожки с мясом? У вас есть пирожки с мясом? Нет, с картошкой будете? Мне нужен бильярд. Нельзя контролировать силу нажима, нельзя контролировать линию. Ты не можешь прогнуть эту кисть, потому что она просто сделана из какой-то железки. Но я не сдаюсь, поэтому я хочу нарисовать какие-то уж тогда химозные стрелки. Можно там быть лучше? Я не знаю, что это. Вы тоже не знаете, что это. В этом мы с вами похожи. Ладно, надежда на глиттерные тени, потому что цвета у них достаточно приятные. Запах офигенный. Блин, а вообще я уже уверена, что это тени. Может, это блеск для губ, который продавали под видом теней? Я уже ничему не удивлюсь. Отвечаю, это было в разделе, где было написано, что это тени. Почему бы не написать, что это жидкие кремовые тени, не закрыть все так, чтобы не было понятно, а по факту это кажется... А вот здесь вот это айшедоу, и тут они не скрывали, потому что, видимо, тени гораздо лучше расходятся, поэтому тени они почему-то решили нормально упаковать, а вот глосс возьмите, как вот возьмите. Для начала пробуем как хайлайтер. Господи, стрелка, что с тобой случилось? Что с тобой произошло? Что с тобой не так? Мне нечего сказать, кроме слов. Это, может быть, и неплохой хайлайтер бы был, но то уж точно не тени. Также у меня осталась помада. Я не знаю, что можно сделать с помадой, чтобы ее обгадить. Как при такой прикольной одежде можно было сделать такую косметику? Я просто не понимаю, я сломана. Я правда сломана. Простая прозрачная упаковка, но мне такой дизайн нравится, поэтому я нахожу это симпатичным. Просто ничего плохого, ничего хорошего про нее не скажу. Помада как помада, норм. Еще у меня остался вот этот вот глосс, раз уж он остался, воспользуемся и нанесем поверх помады. Но здесь кроме запаха нечего ловить. Очень неудобный дозатор, совершенно не набирает помаду, хреново распределяется. Короче говоря, эта косметика просто какое-то издевательство. Единственное, что мне правда понравилось, это румяна. Знаете, сейчас у нас будет с вами последний тест этой косметики. Пройдет ли эта косметика тест на выносливость? Пройдет ли она? Просто нуждается в том, чтобы быть раздавленным. Сейчас мы будем это давить. Просто эта вещь единственное, что заслуживает это раздавливание. Хоть и жалко мне мою машину. Да, ей просто насрать. Хоть в чем-то она хорошо, стой на месте. Как вы видели, это просто ужас. Это ужас, оно с ним абсолютно ничего не произошло. Главное, чтобы машина колесо не сломалось. Да, ей просто насрать. Все, это до свидания, это ужас. Официально самое ужасное. Румяна были хороши. И вот эта штука, наверное, была бы неплохая для тех, у кого свои брови редкие и тонкие, им нужно именно что цветом их заполнять, это удобно. Все остальное это просто катастрофа, ребята. Такое видео немного агрессивное, немного грустно у меня получилось, но я надеюсь, тем не менее, оно вам понравилось, и это убережет вас от, наверное, ненужных покупок. Если вы уже делали покупки в Бершке, обязательно расскажите об этом, что вы думаете на тему их косметики. Ну, а если не делали, то лучше и не надо.